Привет всем! Сегодня я и Алекс едем в национальный парк Йосемити. И на второй день мы, возможно, заедем на озеро Тахо. Вот и мои вещи. Довольно много для двух дней. Вот мы на заправке. Бензин здесь $3.95 за галлон. Так выглядит обычная американская заправка. Когда я первый раз приехал в Америку, я был в шоке. Я в кино. Это такое классное чувство. Мы остановились в одном часе до парка. Вот у нас надувной матрас, спальный мешок, покрывало, подушки. Довольно так неплохо для кемпинга в машине. Также у нас речка прямо позади нас. Доброе утро. Смотрите, где мы проснулись. Наша вторая остановка за бензином. Его цена $4.36 за галлон. Итак, вот мы только что заплатили $35. Можно каждый день на протяжении первых трех дней приезжать после покупки билета. На русском говорит. Остановка Tunnel View, туннельный вид. Tunnel View – это живописная смотровая площадка на государственной автомагистрали 41 в национальном парке Йосемити. Открыта в 1933 году. Пойдем посмотрим. Итак, мы идем на наш первый хайк. Называется Yosemite Falls, водопад Yosemite. Вот там ты видишь водопад. Мы вот идем вот туда. Пытаемся пробраться через все эти камни.
Итак, мы только что закончили наш трейл на водопад. Идем вниз, сейчас поищем что-нибудь другое. Здесь очень много интересных мест. Наша следующая остановка — Cathedral Beach, где люди просто отдыхают и купаются. Вот вид отсюда такой открывается. Следующее место будет Mist Trail. Самая популярная тропа Йосемити, туманная тропа или Mist Trail, заслуживает самого пристального внимания. Это впечатляющая тропа с многочисленными радугами, огибает 317-футовый или 96-метровый водопад. Мы вот здесь сейчас перейдем реку, потом пойдем вот сюда, потом перейдем реку опять и вверх по дороге. Ты должен прийти сюда и получить этот опыт. Поднимай свой зад и едь сюда. Ты насладишься этим местом. Мы идем вот туда, я полагаю. Через вот этот путь. Чтобы добраться к водопаду, мы должны пройти через 700 ступенек. Невероятно. Такое чувство, что здесь идет дождь. Ты посмотри на эту радугу. Так холодно. О боже. Ступенек. Не сдавайся, не сдавайся. Мы были вот там внизу, смотрели на водопад, как он падает. Теперь мы сверху. Thank you.
Поставь лайк, если понравилось это видео. Американская жизнь.